В Актау провели мониторинг цен и запасов сахара. Специальная группа проверила склады и крупные торговые сети города. Причина – распространение информации о дефиците сахара в социальных сетях. В настоящее время в стабилизационном фонде хранится 421 тонн сахара. Ожидается, что в течение 10 дней поступит еще 440 тонн сахара. Средняя цена 1 килограмма сахара по области составляет 295 тенге. Со всеми предпринимателями, занимающимися реализацией социально значимых продуктов питания, проводится разъяснительная работа по недопущению спекулятивных действий на рынке продовольственных товаров. Кроме того, комиссии по стабилизации цен на социально значимые продукты питания принято решение о ценовой интервенции путем поставок сахара в объеме 136 тонн. В торговой сети по цене 265 тенге за килограмм. Говорят, что в связи со сложившейся ситуацией существует нехватка сахара. Сейчас у нас на складе 20 тонн сахара. Все товары продолжают прибывать по графику. Дефицита нет, всего достаточно в необходимом количестве. Согласно данным, с начала года цены на социально значимые продукты питания выросли на 3%. Для этого есть и объективные причины. Так, 85% продовольственных товаров в область завозятся из других регионов и зарубежных стран. Нельзя не принимать в расчет и разницу в стоимости в зависимости от качества. Есть два вида сахара. Социальный сахар продается с ограничением не более 2 килограмм на человека по низкой цене. Есть еще другой сахар, но его цена немного выше. При этом цена дорогого бренда очень высока, когда работают законы рынка, то и цены разные в зависимости от качества. Если же говорить о работе, проводимой властями по сдерживанию цен, то более 1500 продовольственных магазинов уже получили извещение о не более чем 15% надбавки на социально значимые продукты питания. Кроме того, еженедельно организуются сельскохозяйственные ярмарки. С начала года проведено 70 ярмарок. В целях недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары подписано 436 меморандумов с объектами торговли. В рамках проекта «Халықтық бақылау» создано 53 мониторинговых групп. В них задействовано более 400 активистов, которые проводят мониторинг 2 раза в неделю. Арел Маманжанова, Жазира Куаншбек, Казахстан Ньюс, Магистауская область. Yeah.